Итак, стартовал у нас массовый призыв, аж целых 50 частиц дают на слияние, аж целых 2 события у нас. Выби Легу и вторая будут у нас в подарок, и X10 на вот этого парня. Ну что ж, поехали, узнаем, будет ли у нас сегодня Лего. Первый блин комом. Дальше едем. И снова эпик. Номер 3. Дайте мне золотого свечения. Торшон, торшер. Ну же. Ох ты, боже мой, это с самого начала игры эпик. Эпик. Стальной череп. Когда-то был крутой эпик. Кондотьер, то же самое. Когда-то был крутой эпик. Но нас сегодня интересует Лего. Лазурная леди, ни о чем. Ну, до свидания. Караульный склеп. Вот это все хорошие эпики, но были года 3-4 тому назад. Это никогда и не был хороший эпик. Остается 3 осколка. И... Нет. Мы уже десяточку открыли. Нету Леги. Кадавр. Ну, The Last. Туру-ту-ту-ту. Опять Торшон, который начинал. A few moments later. Ну что же, каких-то 25 баксов у нас есть. Еще один шарт. Что же у нас будет тут? Опять эпик. Это уже 14, если что. Хорошо, еще каких-то 35 баксов. У нас есть еще 2 шарда. Первый. Эпик. Это уже 15-й эпик. Угу. И... А вы что, издеваетесь, что ли? Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Так, ну и последний. У меня в магазине больше нету на данный момент шардов. 17-й. Дай золотое свечение. Наконец-то. Так, ты чей будешь? Блин, ну это дубль, этот был. И кто дабл? А вот это круто. Я просто пропустил слияние на гнута, а он просто пушка-ракета. Супер. Так что лава будет закрыта. Юху, не зря.